Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 июля, и сегодня перед сбором томатов спелых я хочу последний раз вам показать некоторые сорта, которые я показывала еще когда они были в зеленом виде. Вот подошла я к Вове Путину, я уже несколько раз его вам показывала, но этот сорт действительно, вот кто удивил, так удивил нынче. Такие огромнейшие висят, ну вот вообще... Было же указано, я читала в этих, ну, в аннотациях к нему, по 400 граммов, вот буду завешивать огромнейшие плоды. Вот смотрите, не обращайте внимания, что у него вот здесь вот, вот такие вот, они потом при полном созревании, они исчезают. Вот если плод дождаться более полной зрелости, видите, здесь осталась уже одна крошечная полосочка, а вот на том, который... Вот этого плохо видно. Который совсем созрел. Эти полоски вызревают. Так что вот зеленого такого пятна у плодоножки нет. Ну и для тех, кто, возможно, предыдущие мои видеоролики об этом сорте не видел, я напомню, что это сорт любительской селекции. Название Вова Путин не имеет никакого отношения к нашему президенту. Селекционер Николай Александров назвал в честь друга детства. Это среднеранний, среднерослый, с очень крупными плодами, ну, как считается, крупноплодный. Обязательно подвязка, обязательно посынкование. Заявлено, что 250-450 граммов. И что самое интересное, я читала, что могут быть на одном и том же растении плоды и круглые, и такие овальные, продолговатые. И вот у меня тут есть такой пример. Смотрите, вот это один и тот же. Вот тоже Вова Путин. Смотрите, какой огромный. Моя рука, и вот он, Вовочка. Вот видите, вот этот вот, вроде бы как круглый. Он даже, можно сказать, что плоско-округлый. И в одной же кисти с ним висит вот такой, как бы, продолговатый, удлиненный. Так что не пугайтесь, если у вас, например, вы посеете Вову Путина, и у вас начнут плоды какие-то... или круглые, или продолговатые, и вы будете в сомнениях, этот сорт или нет, так как этот сорт новый, он еще не стабилизирован, везде написано, что могут быть и круглые, и продолговатые. Вот смотрите, я еще раз повторю, что я не удаляю лишние завязи, и вот на этой кисточке, видите, висит 4 томата. Если вы хотите получить крупный, конечно, нужно удалять. И для таких вот крупноплодников оставлять всего 2 или 3 завязи. Потому что получается, что один вырос гигант. Для остальных немного силы у растения не хватило. Но вы понимаете, не могут все плоды на томате, если их 20 или 30, быть такого размера. Так, еще что сказать про этот сорт, чтобы вы знали, что важно. Написано, что... Если вы хотите получить хорошие такие отборные крупные плоды, нужно формировать в один ствол. В один ствол и оставляем там 5, например, кистей и нормировать вот эти завязи. Я ничего этого не делаю. У меня Вова Путин вот как рос, так и рос. Есть тут и огромнейшие плоды, и не очень огромные, средние. Но сорт поразил меня тем, что он самый первый. Вырвался вперед, очень быстро рос, очень быстро у него завязывались все эти многочисленные плоды, очень быстро вызрел вместе со скороспелыми, хотя скороспелые должны быть первые, а он должен потом последний. Вот он поразил, так поразил меня, очень мне понравился, и вот эти крупные огромные плоды, будет дегустация, я когда разрежу, в середине покажу вам, сколько мяса томатного. Но вообще, как все крупноплодные, конечно, он и мясистый, и сахаристый, и сладкий, вкусный. Все, вот это Вова Путин. Последний обзор, потому что я сейчас его весь обснимаю. Как вы видите, к концу июля они поспели. Раз, два, три. По 3 кисти уже вызрели, а остальные, ну, будут в августе дозревать. Ну, конечно, самые крупные, потому что я вот сейчас сниму самые крупные, потом уже во всей красе не смогу показать. Самые крупные на первых 2 кистях. Это всегда так, это ясно. Вот он, красавец Вова Путин.